Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и это рубрика «Корзинка сюрпризов». Вот такую корзину, микс сюрпризов я собирал, не знаю, на протяжении нескольких месяцев. Давайте сейчас по одному будем отсюда доставать пакетики, открывать их и смотреть, что же там внутри. Итак, первое – это черепашки-ниндзя. Вот, черепашки-ниндзя. Открываем и смотрим, кто же нам там внутри достается. О, это же специальная штучка, по-моему, на карандаш она идет. Вы его так одеваете на карандаш. Вот, и у вас теперь не просто карандаш, а карандаш с черепашкой-ниндзя. Раз. И коллекционный буклет. Вот такой красивый. Никелодеон, все официально. Официальный мерч черепашки-ниндзя. Вот такие они разные бывают. Но выглядит неплохо, реально неплохо. Дальше. Лига справедливости от DC. Распаковка. По-моему, это все из той же серии. Да, они точно такие же. То есть это, опять же, вот так называемый топпер на карандаш. Это у нас кто? Это Чудо-женщина. Вот такая Чудо-женщина в таком немножко аниме-стиле из мультсериала. И коллекционная бумаженька к ней. 12 дизайнов коллекции. Попробуй, собери всех. Вау, выглядит неплохо. Особенно киборг с пушкой. Выглядит вообще круто. Вот так DC делает годноту. Посмотрим на Супер Зинкс. Ваши любимые Супер Зинкс. Кто же нам выпадет? Возможно, нам достанется супер редкий. А, нет, у меня такой есть, это повторка. У меня уже такой чувачок был, Чупакабрик. Его тоже можно использовать как топпер на карандаш. Вот такой, по-моему, это супергерой. Вроде как это не суперзлодей. Коллекция у них, конечно же, огромная. Они бывают разные. Бывают в сейфах, бывают там на транспорте, на машинках. Я их множество снимал. И нам выпадает вот он. То есть супергерой Тангле Бой против Мэтт Блейдер. То есть злодей это ножницы, а супергерой это нитки. Но ножницы же перережут нитки, так нечестно. Да, давайте посмотрим, что у меня тут. Будем постараться миксовать все разное. Это Энченчималс. А то вы мне пишете, вот ты снимаешь только для пацанов, а где для девчонок? Вот вам и для девчонок. Энченчималс. О, это наклейки. То есть тут есть в коллекции наклеечки. Линейка на 4 сантиметра. Линейка для самых маленьких. И ластик Энченчималс. То есть это набор канцелярии. Это обман. Я думал, там будет фигурка. Не, я недоволен, серьезно. Ну, такое себе. Пока самое грустное из всех распаковок. Кто же тут еще есть из разных? А из разных тут есть Гуджитсу. Вот такой малыш Гуджитсу. Открываем его. И смотрим. Вот такой это Тирекс. Тянется отлично, это оригинал. То есть все ориго. Он же какой-то волос к нему уже прилип. У него внутри ничего нет. То есть это просто резиновая фигурка. Просто резиновая фигурка, которую можно помять, поиграть. И все, больше с ним ничего сделать не получится. Ну такой мягенький, классный. Уберу его вот сюда, чтобы он волосы не собирал. Так, кто же там еще у нас есть? Еще у нас есть... Legend of Animals, Dino Trans... Короче, от Сбабам. Трансформеры-динозавры от Сбабам. Я уже снимал на таких обзор. Вам этот обзор, кстати, очень сильно понравился. Коллекционная бумажка. Можете просто... У меня на канале даже есть плейлист Сбабам. Можете прям зайти в плейлисты и посмотреть там плейлист Сбабам, найти. О, написано, как его трансформировать. И кто это такой? Вот так он выглядит в живой природе. Ну, как уже не живой природе. И мы его сейчас будем трансформировать. Хвостик ему достаем. Там как-то его еще надо открыть. Как его открыть? Кто помнит, как его открывать? Там просто голова прячется у него внутри. О, вот он. Тут не только голова, но и ноги. Так, хоп, достаю ноги. Короче, это динозавры-трансформеры. Кстати, по качеству они прям реально хороши. Лучше, чем всякие подделки. То есть от Сбабам можно брать смело вот таких трансформеров.
О, сейчас множество таких трансформеров, по-моему, даже я видел, в КБ продавались, в фикс-прайсе, но у них такой пластик был отвратительный. Здесь же все сделано на 5 с плюсом. Опа, динозаврик пошел. Что еще тут есть? Ну ладно, что я оттягиваю, самое интересное. Я думаю, что вы пришли сюда именно за этим. Smashers Zuru серия Gross 2. То есть это всякие сопли и так далее. Типа противная серия номер 2. Алло. Добрый день. По федеральной программе вам даст... Угу. Спам позвонил, извините. Наверное, я это даже вырезать не буду. Так, мы открываем наш глазик. И коллекционная бумажка, разумеется. Написано, что его нужно уронить, глаз, чтобы он разбился. Слушайте, мне этот глаз напоминает фильм «Геракл». Помните, там были колдуньи три, у них был на троих один глаз. Вот это именно он. Так, это у нас оригинал. Купил я его на Озон. По-моему, там одна фигурка всего-то. Что это? Еле-еле-еле удалось его разбить. И здесь... Кто это? Кто это? Сейчас я ее как-нибудь зафиксирую на ножницах. Это какая-то... Собака-блювака? Какая-то собака-блювака. Какая... Фу! Очень злая, бешеная собака грязная. Фу! У нее выглядит реально ужасно. Написано, что это Zuru... оригинал, то есть прям Smashers, она очень приятная, такая резиновая, то есть качество собаки прям моей мануфактуры, но единственное, что она очень какая-то, фу, бе, противная собака. Ладно, собака, иди. Давайте посмотрим вообще, что есть в коллекции, какие. Такую коллекцию я, по-моему, не распаковывал. Я помню, я распаковывал Smashers Sport, Smashers Zuru динозавры, разумеется. Вот написано, как яйцо разбивать и как его собирать обратно. И коллекция. То есть есть редкие. То есть еще они есть ультраредкие, разные-разные. Так, но тут получается есть всякие продукты. Потом есть мухи и так далее, цикатухи. Опять же, еды очень много. Какая-то рыбка вонючая. Кошки. Вот где, здесь где-то должна быть наша собака, я думаю, в кошках. Вот она, да? Да, вот она. Она, у нее синий значок, это рэйр. О, нам достается редкая. Собака синенькая, это рэйр. Видите, вот синенькая, рэйр. А комонки, они красные. И есть эксклюзивная серия, смотрите, с какими-то гнилыми зубами и золотыми. И есть, которые светятся в темноте, похоже, и еще золотые. Ну, коллекция, конечно же, богата. Богатая. И классная. О, мяк, жмяк. Хомяк, открой меня. Кто это? Кто это такой? Что за хомяк? Это тот хомяк, которого надо тапать. Я наконец-то его нашел. Я наконец-то-таки буду не с куфом, а это прошаренным. Так, как тебя открыть? Мяк-жмяк. А, тут нужно что-то отрезать. Ну ладно, мы силой открываем хомяка. Вау, это же макаруни. Это макарунина такая, причем это пластик. Видите, это пластик, это твердо. Открываю макарунинку. И там я нахожу хомячка, которого надо жмякать. Хомяк, который застрял в пончике, как Винни-Пух в дупле. Его даже можно подвесить на что-то, то есть специальная вешалка. Чем он пахнет? Да он особо ничем не пахнет. Ну, его можно вот жмякать, набивать голду. Давайте, ребята, я жму, а вы ставите лайк. Мне под видео. Значит, хомяку, значит, вы жмякать вам, нет, не лень. А нажимать лайк под видео вам, значит, лень. Но это же несправедливо. Так, вот такой хомячок. Также к нему идут набор стикеров. Вот такие стикеры можно наклеить. И идет коллекционная бумажечка. О, собери всю коллекцию. Редкий белый котик. А нам достается нередкий хомяк. То есть бывает редкий белый котик. Редкий зеленый заяц, Эбби. Потом бывает редкая Мона. И редкий какая-то фиолетовая кошечка. А у нас достается вот такой хомяк, да? А слушай, а тут такого хомяка и нет, как у нас. А где наш хомяк? Что-то я такого и не вижу.
А где наш хомяк? Я его не нашел. Странно. Собери всю коллекцию, а нам достается хомяк, которого я вообще первый раз вижу. Так, ладно. Ну, сделано на самом деле прикольно, но если это стоит только дешево. Если дешево, то нормально. Если это дорого, то ненормально. Так, дальше, по-моему, у нас будут повторки, но это не точно. Так, смотрите, нам достается чудо-женщина со щитом. Вот это уже что-то новенькое, это приятно. Чудо-женщина со щитом отбивает атаки хейтеров от канала Закупыч. А то там многие пишут, о, стало скучно, одно и то же. Вот он, разнообразный контент, ребят, смотрите. Сюрприз миксов давно не было, мне кажется. За это можно и лайкос это, влупить. Так, это у нас повторка. Точно такой же нам уже выпадал. Далее Супер Зинксик. Давай, Супер Зинксик, не подведи. И это вот такой блендер. Это не блендер, это соковыжималка. Мы такие используем, чтобы из лимона сачка надавить в коктейль куда-нибудь. Или лимонад, когда делаешь. О, неплохой. Далее еще есть с бабам. Зелененький он был. А что, это точно такой же, что ли? По-моему, нет. А, да, я помню его. Я помню этого змея. У него, смотрите, даже ножки крутятся. Реально крутой. Крутой тип. О. Вот такой крутой тип. Видите, у него даже шарнирные ножки такие. Выглядит неплохо, согласитесь. Хорошка. Далее. О, что новенькое? Той мини! Фанни. Той мини Фанни. Что это такое? Я, по-моему, такие не открывал. Или открывал? Это же 5 сюрпризов Зуру, только другая. Интересно. Давайте откроем. Что это? А! Нет! Какая-то куколка. А кто это сделал? С ней идут множество аксессуаров. Какая-то накидка. Сандали. Волосы. Или это подделка на Зуру? Что-то мне кажется, что это подделка. Я думаю, вряд ли это Зуру. Да, судя по исполнению, ребятки, это подделка. Ну, давайте ее собирать. Так, вставляем ей голову. Вставляем ей ножку. Раз. Ножку. Два. Потом. Ручка. Раз. Ручка. Два. Что это? А, еще фартук вот этот. Наверное, надо голову снять тогда. Сначала одеть этот фартук на нее. И голова раз. Теперь вот такие крупные застежки, их не попадешь. Давай! Широкую на широкую. Что-то не получается у меня. Опа. Так, одну попал. Вторую попал. Но это держаться не будет. Они вообще постоянно слетают. Так что это, конечно, такое себе. Это, наверное, какая-то медсестра. Кто это? Давайте и тапки напялим. Напяливаем. Тапки очень мягкие, очень приятные. На самом деле. Прям очень хорошая резина. О. Слушай, это не с КБ? Что-то напоминает не КБ. Одеваем ей очки. Ого, какая она умная. И одеваем ей волосяночку. Так, похоже, надо вот так вот. Там очки. Но это не так-то и просто. Не, ну я думаю, вряд ли это оригинал, это какая-то подделка, но интересная, конечно, задумка. Но выглядит это все
Такое себе. Если это стоит 100 рублей, то нормально. Если дороже, то лучше такое не покупать. Фу-фу-фу-фу-фу. Эх, а я обрадовался, что это будет прям 5 сюрпризов Зуру. Нетушки. Давайте на Супер Зинкс посмотрим. Супер Зинкс пока что меня радует. Супер Зинкс тело. О, это даже практически какой-то редкий чел. Редкий челик. Это морковка синяя. Синяя морковка — это... Кто это? Супергерой, наверное? Скорее всего, это супергерой. Так, что у нас там еще есть? Ну, у нас тут остались, опять же, эти динозавры с бабам. Открываем. Угу. Это, наверное, повторка. По-моему, такой. Да, это повторка, который у нас уже попадался. Так, ну, давайте суперзинтик. Суперзинтик, надеюсь, не повторка. О, Супер Зинкс вообще радует. Это не повторка, это мистер открывалка. О, открывалка для вашей газировки. Знаете, бывает, покупаешь бутылку Кока-Колы, а она не открывается, ну, не крутится. То есть нужна открывалка. А где взять открывалку, даже не знаешь. Вот он, супергерой мистер открывалкин. Еще один пакетик. И там, похоже, снова повторка. Да. Это вот этот. Вот этот. По-моему, это он же. Да, это он. Повторка. Печально. А наша корзинка, ребят, пуста. Посмотрите, какая классная корзинка. Заценили? А сейчас, смотрите, на заклепочках. Я думаю, что корзинка сегодня выиграла. Она занимает первое место, самое классное. Ничего себе, это что за Супер Зинкс такой? Это же Флэш, это супербыстрый герой. Посмотрите какой, он похож на Колобка. Колобок трансформировался в Флэша. Это когда слишком много загорал на солнце и получил космическую силу. Вот такая была распаковка. Давайте я поставлю рейтинг. Ну, как я и говорил, первое место достается корзинке. Второе место я, наверное, отдам Супер Зинксам. Очень уж мне понравились Супер Зинкс, поэтому первое место Супер Зинкс. Второе место... Отдам-ка я, наверное, Смешерсу. Ну, прикольная собака получилась. Вот таких бы побольше, чтобы побольше коллекцию собрать или какой-нибудь набор из нескольких штук, было бы вообще круто. Третье место я отдам, конечно же, своим любимым черепашкам-ниндзя. Четвертое место Лиги Справедливости. Пятое место, конечно же, отдам вот этому замечательному динозавру. Шестое место отдам с бабам. Все, остальное, ну все какое-то вообще фу. Мне остальное ничего не понравилось. Вот это нормальные игрухи, которые можно покупать, которые можно коллекционировать. Если со мной не согласны, пишите в комментариях, чем вам понравилось больше всего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Всем пока.